Здравствуйте, дорогие подписчики. Я Алиева Сабина. Я инструктор-реабилитолог. И на протяжении очень долгих, многих лет я работаю с детьми. Провожу ЛФК, лечебную физкультуру. И вот этот подход комплексный, это личностный, это психология, очень дает хороший эффект в моей работе, потому что с детьми работать, это кажется со стороны легко, а на самом деле нужно находить и контакт, и поблагодать на их волну, и работать, естественно, так, чтобы это было им в удовольствие. Все остальное я вам покажу на примере, на практике. Милости просим к нам. Вот как я и обещала, к нам пришла пациентка. На примере я вам хочу показать. Вот у нас такая хорошая девочка, которая поступила к нам с деформацией нижней конечности. То есть у нее O-образные ножки. И вот эту деформацию, вот эти искривления нижней конечности я исправляю. Исправляю я, естественно, лечебной гимнастикой. Так как она моллюска, она не может встать и сделать определенные упражнения, делаю я эту гимнастику лечебную, провожу руками. То есть сама помогаю я ей и делаем таким образом упражнения. До и после вы увидите у меня в Инстаграме. Ну а пока что я должна заниматься.